Это Гамарис, 11 лет, Москва, кларнет, Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных, педагог Антон Анатольевич Прищепа. 12-12-12, высший балл получает конкурсантка. Иван, пожалуйста, вам слово. Ну, я думаю, тут комментарий излишний. Оценки сказали сами за себя. Поздравляю, прекрасное выступление. Действительно, ну, то есть 12 баллов. 12 баллов, это значит, мы все подумали, что мы увидимся в финале, что этот кандидат достойный того, чтобы выйти и сыграть с оркестром Московской филармонии. Тут в этом нет никаких сомнений. Колоссальная энергия и хорошая технология, ровный звук во всех регистрах. Поздравляю всей души. Спасибо большое. Настя, вам слово передаем. Лиза, поздравляем. Самый высший балл. Мы так поняли, что вы так переволновались, что даже лучше присядьте, если хочется сидеть. Поделитесь с нами впечатлениями. Ну, вообще, я чувствую себя не очень, как видно, слушайте, по голосу. Я чуть приболела просто. Но ощущения у меня хорошие, ну, такие средние, потому что я подумала, то, что сейчас все одни киксы, а даже сказать не знаю чего. Ну, для вас это стабильно высокий результат. Я знаю, что вы победитель множества международных конкурсов и гран-при брали неоднократно. В чем секрет вот таких высоких результатов, на ваш взгляд? Надо просто заниматься и любить музыку. Тогда все получится. Спасибо вам большое. Мы вас еще раз поздравляем. Отдыхайте. Это самая древняя версия, которая существует в мире. Спектакли на экране. Щелкунчик Академии русского балета имени Вагановой. Через этот спектакль прошли все самые великие имена, которые мы можем назвать за весь 20 век. Щелкунчик в редакции хореографа Василия Вайнонена и оригинальных мультимедийных декорациях. Во всем мире, во всех театрах смотрят Щелкунчик. Проект «Театр в кино». Скоро. Ну что ж, друзья, мы продолжаем прослушивание второго тура. И сейчас на сцене появится Александр Буров. Ему 13 лет. Он из Москвы, играет на ударных инструментах. Обучается в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Михаила Михайловича Пудкова. Сижурне, концерт для вибрафона с оркестром. Часть вторая, это сокращенная версия. Александр Буров, «Сейсмо» в исполнении на перкуссии. Концертмейстер Александра Макаревич.
Это было выступление 13-летнего Александра Бурова. Ударные инструменты. Он учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. У Михаила Михайловича Путко оценки для музыканта 12-11-12. Таким образом, это 35 баллов. Маэстро Живкович, вам слово. It was impressive that, you know, that young person come and play his own piece, so it shows also the composer's side. That's the first thing. Меня очень впечатлило, что молодой человек пришел и сыграл произведение своего собственного сочинения. Это показывает его еще и как композитора. Yeah, he is involved in music, he tries to be creative, he wants to create something new and to, you know, to present his own piece. That is very positive aspect. However, as it turns out that, you know, when you are a teenager and have a lot of drums and a lot of cymbals, you just end hitting drums and cymbals. Конечно, очень впечатляет, когда кто-то настолько вовлечен в музыку и настолько погружен в музыку, что дает себе возможность творить, дает возможность показать себя. Но в юношеском возрасте, когда тебя окружают барабаны и цимбалы, и тарелки, очень-очень хочется бить по барабанам и по тарелкам. And his hands are very, very fast hands. He has very good technique. He is very present behind the instrument. He has very good energy. However, on vibraphone, I think it was a little too much of that energy. And the mallets was a little too heavy, so it was a little hurting to listen to this. Очень быстрые руки, восхитительная техника, очень хорошее присутствие на сцене, сильная энергия. Но на вибрафоне мне показалось, что энергии было слишком много. А барабаны были... Настя, вам слово передаем. Спасибо большое, Саш, поздравляем, высокие оценки. Мы слышим, какая у вас тут огромная группа поддержки за сценой, все аплодируют. Кто за вас болеет? Друзья, просто одноклассники, ударники, конечно же, учителя. Как вы себя сами сегодня чувствовали на сцене? Честно сказать, чувствовал себя потрясающе. Очень, конечно, немножко волнительно, но я справился. Одно из произведений, жюри уже сказали, что вы написали сами. А что вы вкладывали в него? Вот когда вы сочиняли, какие метафоры рождались в вашей голове? Само произведение называется «Землетрясение», так что, наверное, вспышки, эффекты разные.
А где вы наблюдали землетрясение, что вот оно вас так вдохновило на сочинение? Вообще в интернете, но я решил из своей головы все выдумывать, так скажем. Мы еще раз вас поздравляем с прекрасным выступлением. Удачи, Саша. Мы продолжаем. И финальная участница прослушивания Екатерина Иванова. Под 8-м номером она сегодня выходит на сцену. 13 лет, она из Санкт-Петербурга, играет на флейте, обучается в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных у Зары Ливоновны Парванян. Барток, румынский танец, номер 4, Бацини, хоровод гномов, концертмейстер Екатерина Иванова. Thank you.
Это была Екатерина Иванова, 13 лет, Санкт-Петербург, флейта. Она обучается в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Зары Ливоновны Парванян. Пожалуйста, оценки для флейтистки 10, 11, 11. Это 32 балла. Пожалуйста, Максим, вам слово. Екатерина, пережала звук. Получилось давление. Я запомнил только ноту ля. Третьей октавы. Ну и ре четвертый. Плавности. Когда вы исполняете кантилену, возьмите, пожалуйста, банку с вареньем, с вашим любимым, или с медом. Большую ложку. И попробуйте, понаблюдайте за течением этого варенья в тарелку или в чашку. Вот так должна литься мелодия во время кантилены. Вот так должны соединяться ноты одни с другой. Пожалуйста, не прижимайте, и все стаккаты должны быть прозвучены. Вся мелочь, все 32-е, пусть стаккаты, пусть легато, все, они имеют право на существование. Бережнее каждой нотки. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо, Максим. Настя, вам передаем слово. Спасибо, Катя, поздравляем. Что вы сами думаете о выступлении, что удалось сегодня? Мне кажется, мне удалось передать характер, который я хотела передать. Ну, в принципе, я считаю, что я довольна своей игрой, мне, в принципе, понравилось. Здорово. Правильно ли мы понимаем, что вы переехали в этом году из Питера в Москву и поступили в музыкальную школу Гнесиных? Да. Как вы считаете, отразилась ли вот эта учеба в музыкальной школе на вашем исполнении? Конечно, в целом более серьезное музыкальное образование, оно увеличивает музыкальный потенциал, поэтому, конечно, да. И общение с таким педагогом, конечно, улучшает уровень игры. За вас болеет ваша подруга. Скажите, как вы сблизились? Мы еще познакомились в 21-м году. Когда-то Катя просто написала моей маме о том, что хочет встретиться со мной, и мы один раз просто погуляли. Поели какой-то тортик. И так вот началось наше знакомство. И теперь мы лучшие подруги. Я Катю очень люблю и очень сильно болела за Катю в «Щелкунчике». Спасибо большое. Мы вам желаем удачи. Спасибо, Настя. С нами сегодня одна из самых востребованных меццо-сопрано мира. Это Айгуль Ахметшина.
Айгуль, на сегодняшний день вы, наверное, самая известная Кармен. И это нелегко. И это совсем нелегко. Французский язык еще не ваш, наверное, родной. Нет, еще не мой язык. Постановок сколько примерно? Всего постановок уже 7. И Метрополитен опера в этом году это будет 8-я? Будет 9-я. 9-я. Ковенгарден, вам 20 лет, и вот постановка Кармен, и вам поручают роль Мерседес. Да. Прямо так вот, бухты-барахты, говорят. Ну вот у нас девочка хорошая появилась в программе, ну, бэби. Ну ничего, мы ее сейчас поставим на сцену. Когда ты заканчиваешь молодежную программу, у тебя есть пару ролей, которые ты уже выучил, ты уже подготовил, и с ними ты можешь начать работать. Это, наверное, одна из немногих молодежных программ, которая сразу дает тебе возможность выходить на сцену. Я понимаю, что, наверное, я бы не смогла спеть, если бы у меня не было вот этой большой поддержки из театра. Была колоссальная поддержка именно от всех людей, кто верил в меня даже, наверное, больше, чем я. Айгуль Ахметшина в авторской программе Ирины Никитиной «Энигма». Итак, 8 юных исполнителей по специальности духовые и ударные инструменты показали свои программы второго тура и получили оценки за свои выступления. Сейчас наступает время оглашения итогов. Анастасия уже рядом со мной, и участники уже тоже здесь на сцене. Поэтому по традиции я попрошу членов жюри рассказать о своих впечатлениях от второго тура. Пожалуйста, Максим, раз вы уже взяли в руку микрофон, то давай. Коллеги, я вас поздравляю. Проделана огромная работа. Благодарю педагогов, концертмейстеров, прекрасные ансамбли. Вы старались. Пожалуйста, не забывайте, когда вы берете в руки инструмент или прикасаетесь, вы становитесь единым целым. Это ваш голос, это ваша душа, которую вы передаете в зал. Не забывайте, пожалуйста. Не думайте ни о чем. Творите и думайте только о музыке. Это так прекрасно. Думайте о прекрасном звуке. Я вам искренне желаю всяческих побед и успехов выступать на самых лучших площадках мира, покорить всех, заразить своим талантом и рассказывайте, пожалуйста, пойте и рассказывайте интересные истории, все, что у вас на душе, все, о чем вы думаете. Все образы передайте, поделитесь со слушателями и со своими поклонниками. Удачи вам. Спасибо большое, Максим. Иван, пожалуйста, вам слово. Очень непростой был для нас, очень непростой был тур. Как вы видели, во многом наши мнения, кое-где мы совпадали, но во многом наши мнения расходились, и сложно было принять решение. От всей души поздравляю всех участников. Все показали себя наилучшим образом. Это было действительно на очень высоком уровне. Хочу пожелать всем огромных успехов и найти свой путь в музыке, получать удовольствие самим от выхода на сцену и делиться этой радостью со слушателями. Всем огромных успехов и удачи. Спасибо, Иван. Пожалуйста, маэстро Живкович. It was really a pleasure to listen all those young musicians. Было очень приятно слышать выступления всех молодых музыкантов. On one side it is difficult to decide, you know, you have saxophone against oboe, against the percussion, they're competing with each other. On another side it was interesting to see other things that are not only technical abilities of the instrument that impress you. Presence on stage, you know, aura, and this is what also was a part of my decision. С одной стороны, было очень сложно принимать решение. В конце концов, здесь есть и саксофон, и гобой, и перкуссия, и все эти разные инструменты борются друг с другом. Но, с другой стороны, было очень интересно смотреть не только на технику выступления, но и на ваше присутствие на сцене, на ауру выступающих, что в том числе повлияло на мое решение. And I really have a need to say one more word. I was really impressed with saxophone today. I was really impressed with contemporary piece, especially this soprano saxophone. It was one of my highlights of today's performance. I have to point this out for me personally. Other than that, I wish you all the good luck and everything the best.
И я должен отметить одну вещь. Меня очень впечатлили выступления на саксофоне, особенно саксофон сопрано. Лично для меня это было самое запоминающееся сегодняшнее дня. Спасибо вам всем, я желаю вам удачи. Спасибо большое. Уважаемые члены жюри, вы знаете, что по правилам конкурса в третий тур «Щелкунчика» могут пройти только трое из выступавших перед нами сегодня юных музыкантов. Сейчас претендентов на участие в финале больше. И мы знаем, что три юных исполнителя на духовых и ударных инструментах набрали одинаковую сумму баллов. Это Алиса Чередникова, у нее 35 баллов, это Анна-Мария Абакаров-Кулясова, у нее 35 баллов, и Александр Буров, у него также 35 баллов. В связи с этим три человека претендуют на две позиции в финале. Я вас прошу назвать имя одного из них, чье выступление, к сожалению, оказалось сегодня финальным, того, кто станет дипломантом конкурса. Будьте добры. Анна-Мария, дипломант. Спасибо большое. Пожалуйста, Настя. И сейчас мы назовем имена тех, кто завершил свое выступление на конкурсе. Дипломантами 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» становятся Анжелика Ворожеева, 14 лет, Габой, Волоколамск. Георгий Андрианов, 13 лет, ударные инструменты, Санкт-Петербург. Макар Зимцов, 14 лет, саксофон, Реутов. И Анна-Мария Абакаров-Кулясова, 13 лет, флейта, Республика Чили, Москва. А теперь о тех, для кого конкурс еще не окончился. В финале 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» окажутся. Елизавета Гамарис, 11 лет, кларнет, Москва. Алиса Чередникова, 13 лет, кларнет, город Орел. Александр Буров, 13 лет, ударные инструменты, Москва. Поздравляем всех участников второго тура в номинации «Духовые и ударные инструменты». Все они проделали огромную работу по подготовке к «Щелкунчику». Приехали на конкурс, успешно выступили на нем. Итак, второй тур 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» по специальности «Духовые и ударные инструменты» завершен. Напомним, что третий тур «Щелкунчика» можно будет увидеть 12 декабря на телеканале «Россия Культура» в прямой трансляции из столичного концертного зала имени Чайковского, где в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии в числе 9 финалистов будут выступать и 3 юных исполнителя на духовых и ударных инструментах. Во время трансляции финала будет проводиться СМС-голосование. По его результатам в прямом эфире одному из 9 финалистов будет вручен приз зрительских симпатий. На этом мы, продюсер и телеведущий Александр Малич и обозреватель телеканала «Россия Культура» Анастасия Павлова, благодарим вас за внимание и желаем всего доброго. До свидания. Телеканал «Россия Культура» представляет
Второй тур 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Давайте вместе болеть за любимых участников. По 8 участников в каждой номинации выступят на сцене легендарной Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Сегодня в 17:15 фортепиано. Конкурс продолжается. Следите в прямом эфире за вторым туром 24-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Там, где заячьи следы лежат коронами, снеги тают под полозьями калеными, их, что возле, росты не растают, вьюги щучьими хвостами подметают. С малых лет меня качала мать-метелица, и слюну роняла в люльку мне